Значит, чем мы тут занимаемся? Мои ребята делают Маген Давид, самый прекрасный Маген Давид в этом мире. Сначала мы так скотчиком раз, два, три, потом краской вот между скотчем. И вот скоро у нас получится прекрасная работа. Вань, не туда клей! Все, и все будет у нас прекрасно, отлично, замечательно. Очень красиво. Это Иван, самый низший мой помощник. Часто очень ошибается, поэтому никак не может ничего нормально сделать. Влад, очень способный молодой человек, мой любимый. И также работник мой. Наша женская половина — это Анжела. Анжела. Анжела красит. Красит. Как называет это мой младший помощник? Запиливает. Так вот. После чего мы далее разрисовали, собственно, банки, украсили их абажурами, вот такими, и, собственно, у нас получились такие светильники. Человек, но мы успели сделать вот такое определенное количество баров. Я делала на самом деле эту да. Рамочки три, наверное. И вообще процесс, в принципе, не имеет значения никакого, потому что мы, ну, по факту, да, делали рамочки, но мы вкладывали определенный смысл какой-то в каждую из них. Не обязательно, что они должны были получиться как-то эстетически красивые, но handmade, он, в принципе, показывает нашу душу, наше настроение. И, ну, каждая встреча в Art Midrash в гостиной, она сопровождается фотографией. Ну, мы делаем фотографии, и поэтому...
мы решили, чтобы эти фотографии оставались не только на страницах ВКонтакте, в интернете, а чтобы они появились у нас на стенах и напоминали нам о приятных событиях, о наших встречах. Когда мы видим улыбки, выражение лица и вспоминаем сразу эмоции, которые в тот момент нас сопровождали и наполняли нас. И от этого становится радостно, что есть такое место, гостиная, где мы получили. Я в этом году закончила школу ведения, и я работала в лагере «Арт-Медрша», и вот это первый год, когда я занимаюсь годовой деятельностью. Вот так. В принципе, существует очень много программ, по которым есть возможность еврейской молодежи уехать в Израиль, да. И меня, в принципе, интересует программа МАСА. Я хотела бы получить вторую степень. И я думаю о том, что это можно сделать в Израиле, а дальше уже смотреть, остаться там, либо же жить в Киеве.